Свою жизнь Амирбек Аманкулов, глубоко знавший и любивший математику, посвятил воспитанию молодого поколения. Поэтому на открытие класса пришли не только родные учителя, но и его последователи, те, кому он отдал долгие годы. Каждый из тех, кто присутствовал на презентации класса в Сарагашской школе, мог рассказать очень много о своем наставнике. Только в этой школе учились 4 его ученика, защитивших докторские диссертации. Он был настоящий герой труда, и вместе с тем он был очень простым человеком. Со всеми, будь это ребенок, будь это взрослый человек, он разговаривал на равных. Если он решил что-то сделать, то никогда не отступал. Торжественное мероприятие «Следы, оставшиеся на век» позже продолжили ученики школы, где преподавал наставник, показав несколько музыкальных номеров, специально подготовленных для гостей. А ровесники и близкие Амирбека Аманкулова рассказали о некоторых эпизодах его жизни. Его поступки – пример для подражания молодым, считают они. Самая высокая оценка для учителя – это почет и уважение народа. Если ты неустанно трудился, плоды твоего труда не исчезнут в небытие. Если ты отдавал всего себя людям, то останешься навсегда в памяти. И вот память о наставнике увековечена его последователями и учениками. В его честь и кабинет открыт. И я хочу сказать, что если все учителя будут работать не жалея себя, они также заслужат уважение народа. Закончилось торжественное мероприятие соревнованиями между преподавателями районных школ. Отдав свои лучшие годы воспитанию молодежи, имя Амирбека Аманкулова навсегда останется в памяти его учеников.